5 декабря, день Прокопия. Святой Прокопий был церковным чтецом. Жил он в IV веке, занимался переводом священного писания на сирский язык, а заодно исцелял одержимых недугом беснования, изгоняя бесов. Однажды он читал Слово Божие в церквах христианских и соединил с чтением толкования. Когда о нем услышал правитель Кесарии, то приказал схватить его как христианина. Прокопия арестовали и стали заставлять отречься от Христа. Он отказался сделать это, за что был обезглавлен. В народе этот день называют днем Прокопа. После этого дня устанавливался санный путь и можно было смело выезжать на санях. Продолжались санные торги. На дорогу ставили специальные зимние вехи, которые помогали обозначать путь. Вехи представляли собой специальные колья с паклей, соломой или ветошью, прикрепленными к верхней части. Особенно часто их устанавливали на льду рек, чтобы санки спутниками не провалились в прорубь или полынью. Прокладывать дороги было делом трудным. Чаще всего это делали всем селом. После собирались на общий праздник, где ели, пили, общались между собой. Дети и молодежь в это время катались с горок, а вечером сегодня загадывали загадки и веселились. Мужики сегодня собирались вместе и варили пиво. Хозяйки отправлялись в лес за волшебной травой ефилии. В старинном травнике читаем: ефилия трава растет в диких лесах и на полях, на ней, что волосы тянутся, та трава дает добро человеку, который горбат или не растет. Дать эту траву с плакуном, пить по 10 в 3 месяцах. Она же поможет при ожогах. Растет она только в заснеженном лесу. Приметы. К этому дню ожидали у поля глубокого снега и говорили: коли снег пал, то след стал. Устанавливался надежный санный путь. Теплая дорога напрокла, значит, зима будет снежной и длинной. Если сегодня вода в проруби находится выше уровня льда, в ближайшие дни будет мокрый снег и оттепель. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется. И всех людей дается. Шелестят конфет обертки, за мандарин стоит. И наряженная елка огоньками нас манит. Эй, веселись, народ наступает новый год. Он врачу нам несет. Он подарки раздает, радость легко внесет. Это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем. И почеканье бокалом входит счастье в каждый дом. Эй, веселись, народ. Наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость легко внесет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курок попей. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость легко внесет, это новый год. Бам-бам-бам, бам-бам-бам, бам-бам-бам.